Показывать. Ждите, будет очень интересно. Вкусно. А там мерсини, друзья мои, попробую сейчас. Вкусно. А там мерсини. Ева. С моими друзьями. Моими друзьями. Привет, Ашка. Привет, привет. А это Евочка, наша красавица. Хорошая девочка, очень способная. Творческая натура, душа у нее и натура. Попозже я возьму у нее интервью. Вот мы с ней вчера познакомились. Зеленым кругом она купается. Она приехала из Украины. Здесь живет вот, на отдых. С мамой здесь она. Вчера с папой приходили к нам в гости. Красавицы купаются. Вы видите, где зеленые? Вот они купаются. Мои хорошие, потеряла я их. Вот, вот так вот они проводят время, мерсини. Доченька с мамочкой. Все лето они пробыли здесь, сейчас возвращаются на Украину. Доченька должна учиться. Анечка, мои новые друзья. О, поцелуй вам шлет. Она тоже блогер на Ютубе, начинающий блогер. Такая хорошая девочка, такая у нее душа простая она, без разных забубонов, как говорит моя Мария. Мария, моя любимая Мария. Вот я тоже так же познакомилась с ней. С Ютуба. И мы с ней очень дружим. Такие видео у нее хорошие, интересные. Научили друг друга, как работать, как выпускать видео. Поддерживаем сейчас. Не можем друг без друга, чтобы не позвонить каждый день. Вот, надеюсь, и с Аней у нас будут такие же отношения. Тем более она рядом возле меня живет, Мизитли. Так что вот так вот. Такая вот мама с дочей. И вообще, благодаря Ютубу, у меня столько появилось друзей. Большое вам спасибо, мои хорошие. Пишут такие хорошие комментарии. Лидия Таганова, сибирячка. Поэтесса гениальная, столько у нее такие красивые видеоролики. Татьяна Подубная, нарисованные истории. Мой друг, первый мой друг из Ютуба. Она живет в Москве, замечательный канал. В общем, вот наша Евочка. В общем, друзья мои, Земфира у меня тоже очень хорошая. Ирина Шенс, она на баяне исполняет такие замечательные, самые. И очень много новых других, друзья мои. Боюсь, сейчас неправильно скажу имена и фамилии вашего канала. Не хочу, чтобы вы обиделись. Простите меня, сейчас я так неожиданно, спонтанно все это. Ну, вы
очень теплые. Я вижу, что вы смотрите меня и ждете меня. Такие теплые сообщения. Спасибо вам большое. И Стеллочка у меня есть. Столько много друзей у меня появилось. Всем вам здоровья, счастья, мои хорошие.